Купят, купят, блядь, все, ёпта, что проблема? Ну, вы думаете, у нас есть люди? 3К ДПС это исправит, что ли? Сейчас убьем, успокойся. А чего у шамана с ДПСом? Чего он там делает? Там, блядь, палкой бьет, что ли, стоит? Ну, да, ебет тотемом. Не вома, блядь, это пиздец, конечно, блядь, один лям нанести, это... Я хуй знает. Все, короче, я гляну. Так, кто это у нас босс? В принципе, мне здесь ничего не надо, ребят. Вот здесь тут не ордо. Я тоже отстраиваю он сейчас и тоже спать пойдет. Он с Камчатки. Ауди, тебе вообще спать не положено. 2 часа. 10 минут третьего уже ночью, ёпти. У меня только 7 вечера, блядь. У меня 5. Ты с Москвы? У нас хил один ушел. Пойдемте на зеленого. Сейчас его убьем. Вова, спекайся в хила. Сейчас убьем его. А что там по КД, РЛ? Почему? Точно. КД. Шмоток. А, по шмоткам еще есть время. 26 минут. Блять, если бы у нас был лучше ДПС внизу, то было бы... Да, это понятно, ребят, я с этим не спорю. Есть люди, которые не дают тот ДПС, который они должны давать. В том шмоте, в котором они одеты. Че спорить? Просто, как вам сказать? Реально, мы ходили... даже вот с гильдии набирали. У нас, блядь, люди там, ну, 245-е, 248-е. Ну, блядь, натренировали, там банки все выпили. Нам просто времени, вот прям, блядь, вот прям уровень хватает. Буквально там 2, там, 3 секунды остается, мы его убиваем. Гильдой. Ну а кто это у тебя, да? С вагонами. Я... У тебя ги, как называется? Дальневосток. Ставьте, пожалуйста, рыбку. Какие шаман. Вообще ни о чем. Во сколько? Вова, спекнулся хила? По серверу во сколько ходите? В 11-12. Ага. Ё-моё, две рыбы. А по каким просто дням? Просто мы... По каким? По выходным, в субботу. В субботу. Угу. Блять, охуеть, 251 элем, нахуй, 3К ДПС, это что за хуйня? Ну а ты понял, у нас Валенсия 255 дает, блин, 6К или сколько? Ну, я 251 даю 10К. Успокойтесь, у меня есть 270 хант, который выдает 1800 ДПС, ну чё? Нормально. Не знаю как, не спрашивайте как, блять. Аспект зверя, блять, и... Дайте фул бабку всему лиду. Кто больше? Мишка, давай ты будешь на слизне, а ДК будет у нас на боссе. Ну давай. Ну шмоте этого элема он должен выдавать десятку. Да по-любому должен. Тем более фул Т4. Ну может у него что-то пошло не так, ну чего вы. Так, стойте, не. Паладины, бафы. Каску. Павла, раздайте каски, кулаки. Во фрейм босса, да? Да, все под его заднее место все встали, кроме хантов. Так, паладины. Никто не прыгает, не дергается. Он, когда он блюет, он по вам попадать не будет. Соответственно, он по вам дамаг свой наносить не будет, и хилам будет проще жить. А слизняков будете выводить. Каску дайте по магам. Паладины, пожалуйста. Лисенок, здесь? Говорил... Каску попал... Этот бонита говорил, кулак даст, так и не дал. Наебалово, да? А Валя, пойдем же бить, да? Лисенок. Лисенок здесь. Лисенок, дай каски помогам. Рэл. Ау.
Балю же пойдем бить. Нет, мы ее не будем бить, мы ее будем хилить. Просто мне оттуда кинжал нужен. Давай, Кирчи. Наконец-то паладины заработали. Вергинс, лисенок. Лисенок. По магам дай. Все, всем все дал. Дисперсер пуляй, напомню дисперсера. Дали Геру. Гера будет, нет? Мутированная инфекция в Завгаре. Нигде спойлит никто. Никто не диспелит, ничего не скидывайте, не надо. Вот, большой слим появился. Мишка, забирай. Мишка, ты там говори, когда там мы там 4 стака там будет, 5, чтобы успели разбежаться. Я скажу, когда разбегаться. Малый слизнюк появился, выведите его. Лол, лисенок диспелит. Лисенок, блядь. Лисенок, не надо диспелить, Не надо диспелить. Ты просто хили, все. Опять диспелит. Больше тебе ничего не требуется. Он, который босса танчит, отбегает, когда взрыв, или на месте стоит? Почему? Нет, ты на месте стоишь, там мобилки свои прожмешь. Ты под жопу у него стоите, большого слизня выводите. Захиливайте рейд. Не беги, блядь, сюда. Беги. Надо сводить пока. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Большой появился. Забирай. Приготовьтесь, пока стойте. Все разбежались. Абилки прожали все свои абилки прожали. Все вернулись назад. Захиливаем рейд. Ты рано говоришь. Нормально. Почему? У меня как только анонсирует сона появилась, нужно уже сразу разбежаться, чтобы, блядь, он не начал пивать. Когда закончился каст слизня, тогда надо разбегаться. Большого заберите среди. Берните его, хули паладина. Же! Залейте ему ману. И бездох, бэр его. Я его бэрнул, он не встает. Маленького слизня. Биби, напиши, прошел бэр или нет. Да прошел, у него написано воскрешен. Дисконнект. Почему? Не, нормально все. Нормально все. Нет, один будет.
На дерево врезать. Бурсы свои, давайте. Есть, этого нету. Версы. Давайте добиваем. Большого забирай. Сейчас объект упадет по-любому. Объект вообще подъем падает. Разбежались. Добивайте. Ебать. Что-то лопнуло нахуй. Выкинуло. Объект, ура! О, кинжал мне объект. Сразу кидай. Остёт. Подвести в тупо. Чест вышел, выпал 264-й. Что-то 10-й лучше оставить на танке. Или такой взять. А я не знаю, Тём. Я тебе могу... какие куски. А, у танка спрашиваю. Не, у меня Т4 фул. Просто у меня, видишь, по броне я как бы хочу собрать что-то. Завгар, тебе нужен кинжал? Плюс-минус. Завгару не нужен кинжал. Это плохо, сила вся, она на друидов идет, нет? Она охрененно на друидов идет. Какая именно, скажи, я тебе скажу. Прозвище вот это. Которая... Травма. Да. Она вообще охуенно на друидов заходит. Ройте кровь. Травма чуть не то, блядь, пуха на друид. Короче, у нас девушка есть от нас в гильдии, она сказала, что травма это вообще беспонтовая, на самом деле. Хорошо, а она за жизнь 25 гира не берут. Тупо на оп-спек отдают. Тем, кто 25 гир проносит, конечно, беспонтовая. Так чё сказали, травма это не идёт друиду силу? Идёт друиду травма, нормально. Идёт травма, нормально. Ты почитай, что она даёт по статам. Да, на хиловская чисто. Так, травму ролят только хилы. Найдет на эрдру и максимум холиприст. Пало еще и некоторых искают. Так, а куда мы идем? Мозгов весь нет, навалят. Пальма, роль. Ну, хер она мне нужна, блин, отстаньте от меня. Ну, роль, я посох хочу. Будешь ролить, откуда ты, блядь, он знает? Дашь мне. Я за нее зарулил, короче. Взяла Вову, подставила. Нате, вот так вот вам. Я тебя обожаю. Да, давайте. Роги. Кинжал. Так я один, мне одному нужен. О, смотрите, я читер. 87 кинул и 86. Лучше бы мне такой ролл на печеньку был, блин, сегодня. Танковский грудак. Не знаю, я его ролью на улице. А два дайгера одевают эти руги-мутики? Нет же, да? Вот эти вот. О, я не знаю. Я бы хотел пробивать легких. Но он не уникальный, значит, да? Печенька, разбойник, рыцарь смерти, маг, друид. Ну, круто. 6. Блядь, сот. Опять я 83 выкинул, охуеть. Так. Всем спасибо, удачи вам. Давай, счастливо. Кому ролл? Вот, этот обмен. Кольцо. У меня топ ролл. Я бы на самом деле бы... Сейчас скажу. Хотя нормально. Не вона.
Не вон, а. Нагиана, блять, один из ста. Я же говорю, у меня топ-ролл. Лучше меня никто не может. Лошара по жизни, блядь. Релла, ты где вообще? Сейчас я подойду. Так, Мусаев у нас Чайку выронил. Так, а Кольцо у А, все, ну тут уже, давайте уже разрол, народ уже ливает, смысл, не знаю.